Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья. У нас сегодня подведение итогов по цветению первых сеянцев Анны Борисовны Ворошиловой. Мы отсняли, да, вот у нас гибриды закончили цвести. Ну да, у нас вот гибриды уже почти закончились. Травянистые остались гибриды, немножко. Потому что здесь все время какие-то путаницы. Да. Травянистые гибриды. Травянистые гибриды, сеянцы от травянистых гибридов, они уже, ну, по большей части, на 95% закончили цветение. И что мы скажем? И сейчас мы будем несколько дней ждать, как будут распускаться молочно-цветковые пионы. И хочется сказать, что в этом году у Анны Борисовны сеянцы просто потрясающие. Вот у нее каждый год какой-то удачный, там, на, например, 10 сортов, 20 сортов. В прошлом году она дала 100 с лишним, сколько? Ну, 150. 150 номеров. А в этом году... Сколько? А в этом году я же 220 номеров дала. А, Борис, да. А кто вам из первой волны цветения запомнился? Их несколько штук. Они несколько этих от гибридов. От, я хотела сказать по родителям. Если от родителей, например, 12-15 от родителей, то тут у нас получается неоново-розовых много пошло, таких неоново-розовых. Один был такой с плавающим цветом, такой плавающий цвет у него интересный. Он полумахровый, но цвет у него плавающий, так вот розово-кремовый какой-то, краешки темнее, а серединочка посветлее. Очень интересный такой эффект. Я, в принципе, ждала этого, такого, именно такого сеянца, понимаешь? Именно такого сеянца ждала. И когда он появился, я думаю, во-во-во, будет еще, может, еще. Ну, хожу, больше нет. Один только такой вот. Ну, спасибо, что и такой, в принципе, появился. И очень много, 12-15, пошло таких нежно-неоново-розовых, такой небесный цвет. Mm-hmm. И их, я скажу, их, наверное, штук пять таких вот. Они прям красивые. Но единственное, что 12-15 мне не нравится, это вот рост у них не очень высокий. Да. Хотя странно, вроде 12-15 коротышкой не назовешь. Ну, сам, а может быть, они, он же вообще 12-15 сеянцы, они все труднорастущие. Вот если те у меня зацветают на третий год много, то среди 12-15, среди лимончифона, трехлеток очень мало зацвело. Uh-huh. И даже четырехлетки в этом году зацвели они не все. А если даже кто-то зацвел, только цвет показал, то его не определишь, что он из него будет. Они тормоза, как бы так сказать. Понятно. Анна Борисовна, а много от лимон-шифона получилось похожих на лимон-шифон? Ой, даже, мне кажется, это много самоопыления, потому что пчелы поработали. И это наша как бы беда, потому что он столько дал похожих на себя, что у меня просто вал их. Я им уже не отмечала их отдельно, а я им просто навязала отдельные бирочки, которые похожи на маму, отдельные бирочки. Ну, как бы сказать, сетовать на это нельзя, потому что это рабочий процесс, конечно. И они, лимон-шифон сам-то красавчик, почему расстраиваться? Конечно. Просто что они медленно растут, но я их отдельно оформила, отдельно написала на них один и тот же номер, посадим их на следующий год через отбоечку и выберем, я так думаю, среди них 2-3 каких-то шедевра будет все-таки. Жалко их пока как бы списывать в расход. Ну, кое-какие спишем все равно. А какой сорт пиона у вас прям супер родитель? Прям он вас радует, удивляет каждый день здесь? Это же я уже говорила, это редкость и странность. Ну как, не редко, это странность, которую я не ожидала. Это сорт Макинос Гранд, 1302. 1302 это просто супер родитель. Да. У него неожиданные повороты. У него у нас из прошлого года сеянцев, у нас такие красавцы пошли от него, они и алые, и неоново-алые, можно сказать. Есть неон-алые просто, они все такое неоново-розово-алые. Есть интересные с такой подкруткой лепестков, корона как бы идет, подкрутка лепестков. В прошлом году были такие, не понять, вроде бы двух-трехрядные, вроде полумахровые, а в этом году... Вроде бы как махровые, но серединочка видна. Вот. Uh-huh.
махровые. Ну, красивая подкрутка лепесткового, как корона идет. И таких оттенков разных у него много. Короче, 1302 это... А он суперродитель. Суперродитель, да. И у него и кровь, он от двух сеянцев, а один неизвестный сеянец, а мама у него красная и белая Мунрайз. Монриза. Да, да, и вот у него... А он же, Монриза, это же тройной гибрид. Да, да. Вон она, в чем дело. Гибрид четвертого поколения. Да, я тоже смотрела его родители, пока были указаны еще. А самый, конечно, суперродитель, это у нас самый, который выдает самые красивые цветы. У него выровненное потомство. Вот если у 1302 тоже выровненное потомство, в том смысле, что всех много хороших, отличных просто. А это вот 1902 Salmon Dream. Ой, ну красавчик Salmon Dream. Да, Salmon Dream, да, такие интересные, неоново-розовые. Один низкий у нас такой, ну красавчик, а второй высокий. Очень большие, цветки разнообразные, такие, так и светятся внутри таким сияющим небесным каким-то розовым цветом. И вообще весь цвет невозможно описать. Назвать его младенческий розовый, как вот я обычно на такой цвет говорю, это мало. Он какой-то небесно-ангельский розовый. Лепестки красиво уложенные, аккуратненько, открывается медленно. Каждый день это шоу. Каждый день он немножко больше, больше, сильнее открывается. Просто, просто это шедевр, шедевр, шедевр. Смотри, как красиво играет солнце. За счет цвета, за счет формы, да? Да, и цвет, и форма. А солнце неудачно играет, оно видео не дает снимать. Была бы еще немножко высота, на мой взгляд, повыше. Ну, это первый год. Смотри, как красиво. Остальные вот они в таком цвете, в разном, бело-желтых, бело-розовых тонах. Но у него браковать практически почти нечего. Угу. Ну, он, я тебе скажу, всходит не очень-то. Ну. Если у меня в этом году посадили 190 семечек, а взошло 19. Ой! А если в лимоншифона посадили 900 семечек, а взошло 600, ты понимаешь разницу? Да. Зашло да. 600. Вот. И самый у нас какой, который самый дал у нас в этом году красивый сенец. Old Faithful. Old Faithful, да. Это чудо-сенец был. У него, ну, он не так много семян дает почему-то. Вот в коробочке там несколько семян, всего 3-4 семечка, 5 семечек почему-то дает. И они тоже плохо прорастают. Ну, ничего, зато то, что зацвело, оно как бы такое вот ровненькое, все ровненькое, почти одинаковое, но потом есть всплеск такой. И в этом году у нас какой всплеск? Это мы просто устоять не могли рядом. Он потрясающий. Это сеянец с рабочим названием «Король лев». Да, он так и останется, потому что он король. Он король. И почему лев? Потому что он и вот такие листья у него. У него такие большие стебли. И вот такой цветок. Он похож на маму, на Old Faithful цвет похож. Мы сейчас не сравнивали, но небольшой оттеночек может поменяться. Тон два будет разница. Но зато намного махровее. Намного. А какие были бутоны? Раньше вот такие. Он, да. Бутон Борисовна распустился. Вчера он у вас, да, распустился? Да, вчера. А Old Faithful еще стоит плотный бутон, даже не в, ну, не в распуске. И лист другой. У сеянца Король Лев лопух. Вот такие лопухи, да, большие цветы. А бутон какой стоял? Вот такой, очень, как кулак. Да, бутон, один бутон чего стоит. Он там такую интригу прям создал. Статуэтка, да, такая стоит шикарная. Угу. Один бутон уже очень красивый, но в цветке невероятный. Как, он стоял как статуэтка. Да, мы вокруг, да, него кружили, да, кружили, да, как пчелы вокруг. И очень Анна Борисовна переживала, чтобы он раскрылся. Потому что вот бывает, да, стоит. Угу. Да, стоит. Я думала, стоит, а потом раз и скажет, ну, извините. Угу. Вот. Ну, нет. Все у него вышло на пятерочку, и у нас получается те, которые я запомнила, вот это два от Salmon Dream, таких прямо, которых не забыть. Потом вот этот Король Лев, и вот там еще от пастели Элеганса у нас, я назвала его уже, да, рабочее название — белое золото. Потому что он такой кремовато-белый цветок, большой, крупный, на высоту не очень высокий, и у него желтые тычиночки, как крапинки золота. По всему белому цветку
очень красиво так светится. Светится, да. И его уже я запомнила, как бы сказать, среди других. А еще у нас один А1215, я к нему несправедлива к 1215, запах. Запах. Я вот только хотела затронуть эту тему. Думаю, ну вот сейчас Анна Борисовна закончит мысль, и я затрону эту тему. У нее есть один сеянец, который пахнет, ну, волшебно. Волшебный запах, вот, да. Его даже, он какой-то пионовый, с добавлением фруктовых каких-то там легких оттенков. Какой-то парфюмерный запах такой. Вот как духи взяли, как вот духи. Так вот флакон духов, обалденных французских духов, вот так вот на цветок вылили, и мы пришли его нюхать. Ну, даже я услышала этот запах. Хотя вот у нас с Анной Борисовной то, что мне пахнет, ей где-то вдалеке чувствуется аромат, да? Ну да. А то, что мне где-то вдалеке чувствуется аромат, ей не пахнет. Вообще но не тут пахнет, вот да. Мы все сошлись, и Юрий Борисович нюхал, и ребята наши приходили, нюхали. Пахнет очень хорошо. Да, все вот и ребята, все услышали этот запах, и всем понравился, главное, что то бывает запах не нравится, а этот понравится. Но он не пионовый, он как-то парфюмерный, да, вот да, парфюмерный, какой-то, вот его никак не назовешь. Если у нас в прошлом году было сенец, он просто пах розой, вот, но он некрасивый. А вы как его ну, назвали? Не то, что некрасивый, ну, я называла просто роза. Роза просто он роза. Не то, что некрасивый, он маленький и обычный, вот. А этот же, он и необычный, и цвет у него необычный, фактура сама, вот эти лепесточки маленькие-маленькие, набитые, тоненькие лепесточки, набитые-набитые. Вот. Но пока рост маленький, я не расстраиваюсь, потому что 12-15, они все сеянцы пока низковатые. Да, и вот мы с вами уже своими глазами несколько раз видели, и в этом году мы опять это все подтвердили. Вот в прошлом году он и роста может быть небольшого, и, например, там полумахровый двухрядный. Чуть-чуть времени даешь ему, еще годик даешь, не выбраковываешь. Он и рост набирает, и махровый это становится, есть. Да. То есть это такая история у пионов. Не надо судить по подростку, ждите взрослое растение. У нас даже вот странность. В прошлом году сеянцы, которые мы уже отобрали, они же у меня все уже задокументированы. В этом году мы ждем цветения. Расцветает. Желтый. Пересорта никак не может. Был один сеянец, разделен на две деленки. Делила Дина Анатольевна. Она супер аккуратная. Муха не пролетит. Муха да. не пролетит, да. И один цветок густой, махровый, желтый, а другой полумахровый, двухрядный, ты даже удивишься, двухрядный, желтая серединка, пустая серединка, желтенькая тычинки. И носики одинаковые. Там нежно-розовые, и там нежно-розовые. И вот такая метаморфоза. А теперь вот я проходила сегодня, и на бордовом такая же история. Бордовый. Один просто пустой, одна деленка пустая, а другой густо-махровый. И вот ждем еще. Как думаете, можно сетовать на силу деленки? Например, одна была большая, а вторая маленькая. Ну, я так и думаю. Потому что тот, где махровый, там прямо... Что такое? Кошка бьет его. Улита гоняется. Улита! Улита, а зачем ты его бьешь? Что за кипиш там? Кошка, улита, бьет здорового Джека, нашу вот эту лошадь. Да, она бьет и эту, и Франческу бьет. Ой, кошмар. Это какой-то местный рецидивист. Такая она, Юры Борисовича его не любит, за что? Она всю рыбу в пруду выловила. О, вот эта вот малютка погнала сейчас нашего зачем Джека. Ты его била? А еще она, друзья, ловит карпов из пруда, прям вот, мы не знаем, как она это делает. Юрий Борисович показывает ей кулак. Да, Юрий Борисович ей показывает кулак и говорит, что она может быть наказана сильно. За что? За что ты его била? Знаете, почти каждый день она... Она маленькая кошка. По карпику так ныц, ныц. Кошка маленькая, но вот дух у нее, видишь, такой вот... Боевой, да? Боевой, да. Она, я ее ругаю за то, что она птиц ловит, я люблю птиц. А Юрий Борисович любит рыб. Она перешла на рыб. Друзья, а я люблю котов, поэтому я на стороне улиты. Дорогие друзья, мне кажется, что в этом году у нас у Анны Борисовны великолепные сеянцы. У нас? Почему? Анна Борисовна, тут что греха таить-то? Мы описываем, созерцаем, ходим с вами, любуемся, но вот... делаем какую-то механическую там работу, там по делению, например, да, вот. Но
это ваше творение, это дело вашей души, понимаете? Вот если бы здесь просто делали работу, вот просто вот, ну, опылил, пошел, потом поделил, а вы вкладываете в это душу. Вы бегаете вокруг них, как мамочка со своим огромным детским садом, и каждый цветок помните, да, вот вам приезжаем с поля, уставшие, вот так вот спадаем, но Анна Борисовна все равно утром заходит сюда к сеянцам, с поля приехала уставшая, замученная вся, и она опять к ним заходит, а когда сюда пришла, у нее раз, и силы уже появляются. Ну, когда шедевр увидишь. Конечно, да, и вот ей... Да, вот эти сеянцы, ее творческий процесс работы с ними прям наполняет жизнь какими-то красками, и поэтому я уверена, именно поэтому, потому что она очень любит эти цветы, получаются такие чудесные, особенные, уникальные сеянцы. А если делать это просто как работу, то такого успеха не будет. Потому что такой огромный у него, крупные большие лепестки, а это просто... Я только фиксирую результат, а все дает кто? Они правят балом, а мы фиксируем результаты. Ну что, надо главное, что не лениться фиксировать, вот бегать и вдохновляться, конечно. Смотришь на такие чудо природы и думаешь, мама родная, как такое можно было придумать? Вот как такое можно придумать? Ну, я еще жду, знаешь, среди вот этих вот, которые пойдут, не гибриды вот эти пойдут, я жду тоже неожиданных таких решений. Вот. Конечно, мы ждем. Вот это, да. Сейчас несколько дней. Потому что вот видишь, вот зацвело, например, вот такое. Да, ну, оно пока, как бы сказать, красивый цветок. Мне, наверное, нравится, серединочка закрыта, цвет хороший. Ну, хочется еще какой-то всплеск. Вот мы сейчас с Юрой Борисовичем снимали на прошлогодних сеянцах, да, Юр? Какой красивый, интересный там сеянец прошлогодний. А главное, когда в прошлом году я его, ну, наметила, он был такой, знаешь, ну так, серединка наполовинку, кто его знает, что из него выйдет. И ни одна тебе. А те, которые вот наметила другие, как бы... Был на 4 с минусом, стал на пятерочку. Да, на десяточку стал. А те, которые были на троечку, вот они на троечку, там кое-какие остались на троечку. Это такой результат. Дорогие друзья, мы начнем сейчас снимать дальше, уже вторую волну цветения. Потом у нас еще будут поздние сорта. И обязательно для вас снимем такой же обзорный видеоролик, в котором поделимся впечатлениями, какие у нас остались воспоминания об этом цветении. И очень мы надеемся, Анна Борисовна, что вы сейчас получили наслаждение от просмотра этого видеоролика. Такое, как мы получаем, когда находимся здесь и вот воочию рассматриваем эти цветы. Это я хотела сказать еще за поздние, которые самые поздние. Иногда уже устал, вот почему-то я уже устала так и уже не стала, даже мне нет сил уже их, ну, не то что регистрировать, ставить им этикетки, фотографировать, записывать. И один так меня долго мучил, уже все отцвели, а он еще, ну никак, вот бутоны у него каждый день по одному. Я, кажется, знаю, о ком речь. Каждый день по одному лепестку, Я говорю, да что ж ты делаешь? В конце концов, расцвел. И помнишь, какое мы ему название дали, рабочее? Да. Ну, скажи. Беременная гусеница. Беременная гусеница, это он еще раньше открылся, успел. А самый последний – сон замедленного действия. Потому что... Я бы не вспомнила. Вот видите, друзья, да, она если это... Потому что он так спал, он так медленно открывал эти лепестки, просыпался. Он так просыпался медленно, Сон замедленного действия – это было что-то. А сон замедленного действия, знаешь почему? Есть такой фильм. Да? Да. Откуда название, где я еще их наберусь? Увидела в интернете. Здорово. Да. Ой, ну что, дорогие друзья, будем прощаться с вами на сегодня. И обязательно встретимся здесь, на просторах интернета. Покажем, расскажем все, все для вас. Да, все для вас. Мы сейчас поедем на поле. И обязательно снимем по сортовым пионам то, что у нас уже отцвело, какие у нас впечатления. И я думаю, что мы едем один видеоролик снять, а сейчас снимем 10.